Лауреатом премии «Тульский бизнес» номинации «Банк года. Гарант стабильности и надежности» стало Тульское отделение Сбербанка. Награду управляющему тульским отделением Сергею Гринько вручил первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов. Для Тульского отделения уже стало хорошей традицией получения премии «Тульский бизнес» ежегодно. Я искренне благодарю членов жюри, которые высоко оценили нашу работу. Я благодарен нашим партнерам, нашим клиентам, которые выбрали, выбирают нас и остаются с нами. Мы, в свою очередь, стремимся делать наши сервисы удобными, доступными и технологичными. А номинация «Банк года», «Гарант стабильности», мне кажется, очень важна в этом году. Ведь от работы Сбера, от его надежной работы, зависит очень многое в регионе. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, судьба наших партнеров и клиентов. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с Новым годом наступающим. И пусть в следующем году с нами всегда будет мир, с нами всегда будет добро и благополучие.